Оздоровленчая кампания на Брэшчыне у разгары. Профильный летник «Лидер» сёлета собрал активистов дитячих объединений из усёй области у вёсцы Моучыць Барановицкого района. У гостях у юных лидеров побывали корреспонденты «Новин». Оздоровленчий лагерь «Лидер» сёлета разместился на базе санаторной школы-интерната у маляўнічай вёсцы Моучыць. Первое документальное упоминание про якую датавана сярэдзінай 16-го стагоддзя. Гэтыя мясціны дзіўныя по прыгажосці и мають богатую историю. Сюды з усёй области и з'ехаліся дети, лидеры дзіцячых грамадских объединений. Сярод их и удельники, дипломанты и пераможцы розных конкурсов и фестивалей. Очень интересные ребята, очень активные, творческие, креативные. Очень интересно будет работать с такими ребятами. И, конечно же, в план работы лагеря входят мероприятия по обучению ребят лидерским способностям, организаторским способностям. Ребята будут делиться впечатлениями, мнениями. До працы у гэтым лагеры задзейнічаны лепшие педагоги района и работники культуры. Программа знаходжання насычана цікавымі мероприемствами, якія падрыхтаваны выхователями и вожатыми. Акрамя гэтага, и сами дети повинны будут проявить свои лидерские якости, каб зарабить жыццё тут больш займальным и корыстным. Я уже второй раз в лагере «Лидер». Здесь очень интересно, мне очень нравится общаться с людьми. Это интересно познавать людей, с которыми могут тебя чем-то научить, помочь тебе. В этом лагере я впервые. Можно найти здесь много друзей, здесь весело. Здесь каждый может проявить свои лидерские качества. Я уверена, что отдых в лагере будет насыщенным, полным яркими событиями, конкурсами. Я думаю, мы уедем с многочисленными знакомствами, с друзьями и будем дальше поддерживать связь. У день открытия лагеря до детей приехали волонтеры. Яны начали свою работу с тренинга, тема якого «Як развить упэўненасць у сабе». Але на початку гости пропоновали усім попрацаваць у социальной сетцы, только не виртуальной, а реальной. Кожному трэба было заполнить анкету и затым с ее допомогой представить себе и показать свой потенциал. Напереди у юных активистов Брэшчыны будут еще не одна встреча с волонтерами, экскурсии и шмат інших цікавых мероприемств. Наталья Василевская, Людмила Салзна, Юрий Титов, областные новины, Барановицкий район.